Получила вот такой конвертик, посылочка из Китая. Сейчас посмотрим, что мне пришло. На самом деле, первый раз заказывала. Не знала, что, оказывается, надо заказывать желательно в одной фирме. А мы сделали в разных фирмах разные вещи. Я даже не знаю, как ее открывать. Слушайте, сейчас вот здесь вот надрез маленький сделаю. Ну вот, и очень много будет приходить разных посылок. Поэтому это первое. Посмотрим, что прислали. О, слушайте, кажется, я даже знаю, что мне пришло. Ребята, это чехол. Это первый мой чехол, который я заказала из Китая на Алиэкспрессе. Слушайте, о, какой он волшебный. Он просто волшебный. На самом деле, на фотографии бусины были фиолетовые больше, а здесь бусины даже розовые. Виноградная лоза у меня. Ой, вы посмотрите, какой чехол я себе купила. Смотрите, как он переливается. Сейчас я его надену. У меня был вот такой чехольчик, очень тоже симпатичный, с сердечками такой красивый. Но я решила себя порадовать на лето, в отпуск, когда я поеду к морюшку. Я себе вот такой чехольчик. Слушайте, очень хорошо, аккуратно запаковано все. Давайте посмотрим, размер угадала я или нет. Потому что я, конечно, взяла на свой 6-й. Вот, и я даже, не знаю, боюсь. Сейчас они так, вот так вот, наверное, по-другому надо выставлять. Слушайте, ну он подходит точно, только я вот не знаю, как его, боюсь немного. Получилось, у меня все получилось, слушайте. Ну, вообще волшебно так, тяжесть, конечно, но посмотрите, какая красота. Вот такой у меня теперь волшебный чехол на телефоне переливается. Очень качественно сделано. Слушайте, нигде никакого клея я не вижу. Поэтому можно на этом, у этой фирмы, у этой компании заказывать спокойно, смело. Тут очень все красиво, качественно. Я, конечно, похожу еще, потестирую по улице с ним, насколько камни будут долго держаться. Но виноградная лоза – это волшебно. Это просто волшебный чехол. Так что всем рекомендую эту фирму. Вот так будет теперь у меня такой украшенный, красивый телефон. Всем спасибо. Ссылку на именно этот чехольчик я оставлю у себя на под моим видео. Смотрите ссылочку. Заказывайте себе такой же чехол, если вам он понравился. Пока-пока!